Апокалиптические кадры приходят из США. В ряде городов этой ночью небо окрасилось в насыщенно-оранжевый цвет, а кое-где и вовсе в багрово-красный. Наблюдали необычное явление жители Сан-Франциско и Окленда, но, пожалуй, самые впечатляющие кадры из Орегона. Виной всему лесные пожары, которые бушуют сразу во многих регионах Калифорнии, и частицы пепла рассеивают голубой свет, отсюда и такое вот явление. Лесные пожары в штате унесли жизни уже 11 человек.